Источнику Святого Георгия в лесопарке микрорайона Клязьма-Старбеева несколько сотен лет. Здесь проходил торговый путь, купцы любили отдохнуть у воды. Для химчан это место тоже особенное. Калина Быкова набирает здесь воду уже больше полусотни лет. Вместе с соседями следит за территорией. Мы приходим сами, тоже дорожки чистим зимой. Все время тут же заледенеет. А вообще есть у нас один такой представитель, у нас мужчина. Он за ним следит, за родником. Фамилию даже не скажу, просто общаемся, каждый день встречаемся. И он все время следит, дорожку все это почистит, все кругом очистит. Вообще спасибо тем, кто придумал это дело. В год 80-летия Химок администрация городского округа полностью благоустроит эту территорию. Здесь уже есть удобный спуск и появились лавочки. Их закупили за счет вырученных средств от раздельного сбора мусора. Мы сейчас обсуждали с главой Химок, какое количество они собрали вторичной фракции, сколько они сдали на переработку и какое количество денег они получили. Хватило их не только на скамейки, хватило их еще и на малые архитектурные формы, на урны. А саму воду в источнике от большого количества железа очищает специальный фильтр. Благоустройство источника продолжит. Остались последние штрихи. Покрасить, сделать крышу, поменять здесь все, сделать это плиткой так, чтобы это было все аккуратно. В рамках месячника поручаю вам до 1 мая этого месяца здесь полностью все благоустроить. Дорожки, я вижу, мы начали уже ремонтировать ступени, то здесь должно быть не просто табличка и фильтр, а полностью благоустроенная территория. Во время субботника в лесопарке привели в порядок и территорию возле источника. После участники генеральной уборки не только попробовали родниковую воду, но и набрали ее с собой.